В зале собрались представители администрации, ассоциации многоквартирных домов, работники служб ЖКХ и благоустройства, а также жители. На мероприятии были рассмотрены актуальные темы. Каждый смог задать интересующий вопрос. У нас две основные темы. Это итоги отопительного сезона 2023-2024 год. Второй вопрос, тоже, который интересует практически всех жителей, это вывоз мусора. Завершение отопительного сезона стало темой номер один. В этом году в период прекращения подачи тепла в многоквартирные дома будет проведен ряд мероприятий по проверке состояния теплотрасс с последующим ремонтом. Дальнейшие мероприятия по подготовке к следующему отопительному зимнему периоду, когда мы планируем. Также у нас запланирован в летний период плановые ремонтные работы. Что мы будем именно каким образом. И все это по согласованию, соответственно, с управляющими компаниями, которые здесь присутствуют. В первую очередь работы будут произведены в домах со сроком эксплуатации, превышающим 40-50 лет. Будут задействованы средства и Московской области, и средства местного бюджета. Все эти мероприятия в соответствии с требованиями будут проведены до 15 сентября текущего года. В связи с аварийными отключениями теплоснабжения жительница микрорайона Зеленой аллеи поинтересовалась, будет ли осуществляться проверка новых котельных, срок эксплуатации которых не превышает 6 лет. Вроде бы с котельной все нормально, но она, тем не менее, несколько раз за сезон отключалась. Это, конечно, беспокоит. Мы осматривали эту котельную. Вопросов, в принципе, к работе самой котельной у нас не возникло. Мощности там достаточно, что там есть небольшой, но запас существует. Новые объекты будут подключаться к новой котельной. И строительство новой котельной начнется единомоментно со строительством тех самых новых объектов. Также подняли тему скопления крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. В администрации было принято решение оборудовать места для контейнеров, предназначенных для крупногабаритных отходов. С Каширским региональным оператором подписали реестр контейнерных площадок по городскому округу Ленинский и увеличили объем отходообразования почти в 1,5 раза. Каждую неделю меняем более 30 баков. Это либо ремонт, либо замена. Жители проинформировали о старте программы «Месяц чистоты и благоустройства», в которой будут включены 4 субботника. Уже сейчас городские коммунальные службы приступили к подготовительным работам. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.